Воздушные булочки с наивкуснейшей маковой начинкой. Давайте готовить вместе. Итак, для начала нам нужно приготовить дрожжевое тесто. В молоко кладем сахар, соль, дрожжи, яйцо, тщательно перемешиваем. Далее добавляем сливочное масло, ванилин, муку и замешиваем мягкое тесто. Оставляем в теплое место. Далее смешиваем мак, сахар, молоко и варим до испарения влаги. Затем добавляем сливочное масло. В отдельной миске смешиваем молоко и крахмал. И на медленном огне варим до пастообразного состояния. Подошедшее тесто хорошенько разминаем, раскатываем, равномерно распределяем начинку и сворачиваем в рулет. Делим на ровные части. Оставляем на расстойку минут 15, затем смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и выпекаем в разогретой духовке до готовности. Затем смазываем шоколадом. Как это показано на видео, очень вкусно получается. С вами была Зарина. Удачного приготовления!